Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании Brevia, серия Max Power плюс 50%. На цоколь H7, температура свечения 5500 кельвинов, артикул 12750MP. Поставляется комплект ламп в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри у нас находятся две ксеноновые лампы. Лампы мощностью 35 Вт. Защищены они пластиковыми колпачками для транспортировки. Нужно, чтобы не повредились. Подключаются на питание 12 Вольт с помощью обычных проводов. К блоку розжига ведут три разъема. Два, которые поменьше, идут стандартом CAT. Есть еще стандарт разъемов AMP. Это желательно знать при замене и выборе ламп. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы подсоединяем к блоку розжига. Подключается все очень просто. Разъем в разъем. Разъемы индивидуальные, перепутать не получится. Таким образом, у нас лампа готова к подаче питания. Сейчас подключим и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт. Лампа загорается, в течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Ксеноновые лампы очень ярко отсвечивают, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно выставить правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. Цветовая температура в данном комплекте заявлена 5500 кельвинов, как мы видим, она такова и есть. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.